Меры по борьбе с преступностью нужно усилить. Такое решение вынесли на межведомственном совещании руководители правоохранительных органов Кировско-Апатитского района. Руководители следственных отделов отчитались о проделанной работе по уголовным делам, находящимся в производстве. Опасения по-прежнему вызывают поджоги автомобилей. В 2018 году таких случаев было несколько. Для раскрытия преступлений создана специализированная группа. К борьбе со злоумышленниками призывают городские власти. Планируется и далее использовать камеры автоматизированной системы «Безопасный город». На встрече обсудили еще один острый вопрос. За последние 2 месяца в городе увеличилось количество преступлений по причинению среднего и тяжкого вреда здоровью.